Данное видео предоставлено сайтом online.gdz.net. Unit 1, секция 3, упражнение 44. Listen and say what the students decided to do. Choose the right answer. Нас просят послушать и сказать, что ученики решили сделать, выбрать правильный ответ из предложенных. Давайте посмотрим на аудио, которое нужно прослушать. Переведем каждую реплику из данного диалога. Катя. Jim, I've got an idea. Jim, у меня идея. What is it? Tell me, please. Какая? Расскажи, пожалуйста. Катя. Your English classmates want to know more about Russia. My classmates and I would like to write to them about some of the places here in Russia. Places where we spent our last summer holidays. Твои одноклассники из Англии хотят узнать больше о России. Я и мои одноклассники хотели бы написать им о некоторых местах в России, где мы провели наши летние каникулы. Дима. What's a good idea? I'd like to have someone to write to in English. I could practice more and improve my English. Прекрасная идея. Я бы хотел писать кому-нибудь на английском языке. Тогда я мог бы больше практиковаться и улучшить свой английский. Jim, right. That's a great idea. I'll give you the email addresses of my friends. They'll be happy to have new pen friends from Russia. Хорошо. Это замечательная идея. Я дам вам адреса электронной почты моих друзей. Они будут счастливы иметь новых друзей по переписке из России. Окей, теперь мы без проблем можем ответить на поставленный вопрос, да? What the students decided to do. Нам даны три варианта ответа. The students decided. Ученики решили to visit some places in Russia. Посетить некоторые места в России. To write about some places in Russia. Описать некоторые места в России. И to spend their summer holidays in Russia. И провести их летние каникулы в России. Очевидный ответ, после того, как мы перевели диалог, описать некоторые места в России. To write about some places in Russia. Если вы хотите смотреть больше видео, подписывайтесь на наш канал на YouTube и группы в социальных сетях.